Пробил в дальний угол и вновь вратарь Стока спасает свою команду. Уже второй раз подача. А вот подачи с угла поля у Арсенала сегодня не очень получаются. И вот в этот раз. Но подача, удар и гол! Гол! Арсенал выходит вперед уже на 6-й минуте встречи. Ну что, Косильни забивает этот мяч. И вы знаете, не так уж часто ворота соперника поражает Арсенал головой. Есть по этому поводу любопытная статистика. Но пока давайте разбираться, что здесь случилось. Косильни сам отыгрался здесь, да, с Санчесом. И потом получил от него передачу. Да. Fue la mejor devolución de la pared, pero él va a buscar, él recupera, él engancha para adentro y define 2-0 Arsenal. Extraordinaria definición, qué gran jugada, todita de él. Y además la mete en el primer palo, lo termina de lucir la definición exquisita. La jugada fantástica de Alexis Sánchez, tanto número 11 para él en la Premier, son 15 en la temporada, subamos todas las competiciones. Un monstruo Alexis Sánchez. Qué jugada, muy bien ubicado Rosicky, simplemente para dar el toque.